Я приветствую вас на канале Алёнин сад. 28 августа 2020 года я гуляла в розарии ботанического сада города Таллина. К сожалению, в этот момент в саду косили газон, поэтому со звуком образовались некоторые проблемы. Поэтому в этом видео вставлю только свои впечатления по горячим следам, так сказать. А всю оставшуюся часть видео слушайте прекрасную музыку. Я надеюсь, что видео вам понравится, вы не забудете поставить ему лайк. А для тех, кто еще не подписан, предлагаю подписаться на канал Алёнин сад, потому что здесь уже очень много всего интересного, в том числе прогулок по ботаническим садам, а также много информации про выращивание овощей и цветов. Желаю вам приятного просмотра! Хочется сказать, что очень достойный розарий в ботсаду Таллина. Очень много сортов, очень много красивых сортов, которые цветут повторно осенью практически. Сегодня уже 28 августа. Есть вот которые, конечно же, одиночные цветочки или вообще не цветут. А есть прямо такое пышное цветение и огромное количество бутонов, то есть они будут до снега цвести буквально до Нового года еще. И очень много сортов, красивые ухоженные розы, мне понравилось. Достойная коллекция, очень достойная, конечно. Смотрите, какая красотища, какой цвет. Пикколо называется, 1983 год, Тантау. А аромат какой еще идет от этих роз. Фантастично красиво. Вот это я хотела бы, конечно, у себя в калиновке посадить.